Уважаемые радиослушатели, продолжаем концерт по вашим письмам. Для Теодора Ефимова из Алапаевска и Валерия Левушкина из Баку поет их любимый ансамбль. Кумиры, супермены, вам улыбнуло счастье на сцене и в судьбе. За вас на стадионах болеют миллионы, а лечит спеком группа СПБ. Вчера я видел вас случайно, об этом знали вы едва. Следил все время я за вами тайно, ваш взгляд туманила печаль. Нахлынули воспоминания, воскресли чары прежних дней, и пламя прежнего желания зажглось опять в груди моей. Скажите, почему нас с вами разлучили? Зачем навек ушли вы от меня? Но знаю я, что вы меня любили, но вы ушли. Скажите, почему? Уже домой? Домой! Старость не радость! Ой, я уже дома совсем... Да, старость не радость! Да, были мы когда-то рысаками. А что, Александр Васильевич, отдай-ка мне реминорчик! Ой, с превеликим удовольствием! Давай, идем стариной! Оп! Москва золотоглавая, звон колоколов. Точно. Царь пушка державная. Аромат пирогов. Как всегда. Конфетки, бараночки, словно лебеди саночки. Ой, вы кони залетные. Слышно песня в лучках. Это чанка, ростовчанка, да наша гордость и краса. Ты зашухарила всю нашу малину и в дальний путь на долгие года. Пора по дорогу, где мчится поезд в Баку, Ленинград. Едем мы, друзья, в дальние края. Кондуктор, нажми на тормоза. Уйди отсюда, на! На вечернем сеансе в небольшом городке. Ах, Самара, городок! Пела песню актриса на чужом языке. Акапулька, ай-яй-яй-яй. Акапулька, ай-яй-яй-яй. Разбила сердце, мне покой взяла. Мы вам честно сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим. Потому что на 10 девчонок, по статистике 9 ребят. Неплохо очень иметь три жены, гораздо хуже с другой стороны. Голубая луна, голубая, голубая луна, ну просто синяя. Интересно.
честная чудачка, но дело, видите ли, в том, я одинокий бродяга, любви Кованова. Жизнь моя крестьянка. Вечный любовник и вечный злодей сердцеед. Любовь в болото. Но повторять не устану я снова и снова. Жена, поганка. А мне летать. А мне летать. А мне летать охота. Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, родимый дом. Мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споём. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. Making all his nowhere plans for nobody. О, любви не мало песен сложено. Я спою тебе, спою ещё одну. Зайка моя! Я твой зайчик, ручка моя. Я твой пальчик, рыбка моя. Я твой глазик, банька моя. Я твой тазик, зайка моя. На поляне траву зайки в полночь косили и при этом напевали странные слова. Давай закурим, товарищ, по одной. И все твои печали под черною водой. Ой, то ли еще будет, ой-ой-ой. Алло, алло. Какие вести? Сам Майкл Джексон к нам идет. Он тоже любит наши песни и с удовольствием поет. Алло, алло. Какие негры? Тут говорят, что нам пора. Жаль, не успели спеть все песни. Не перепеть их до утра. Ах, вернисаж, ах, вернисаж. А я шагаю по Москве. Привез большого бадуна. Купила мама конника. Я оглянулся посмотреть. Не оглянулась ли она? А узелок завяжется. Какая боль, какая боль. Какие старые слова. А как кружится голова. Короче, если вы хотите песен. Хороших песен есть у нас. Песни разные, песни страстные. Песни жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как пою я вас. Знать услышал вас не в последний раз. Все! Спасибо! Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Здравствуйте, уважаемые наши друзья! Ну, в первую очередь хочется поблагодарить вас за то, Батя, что? Ну почему так официально? Надо говорить: добрый вечер, дорогие друзья! А я что сказал? А ты, дамы и господа, добрый вечер. Подожди, ну что, надо перебивать, что ли? Я не дошел еще до друзей, фактически уже сказал, а ты все начал меня перебивать с самого начала. А кто ты тебя вообще? Ты разве должен говорить был? Ну а что ж ты молчал? Нет. Я первый начал. Да я могу сказать, надо добрый вечер, дорогие друзья. Если я не смотри, начну, Сергей, Батя, пародию, да, это не надо. Да подождите вы. А я говорю тебе, не надо меня перебивать. Надо о пародии надо говорить. Слушай, пародию не надо людям. О пародии я и хотел сказать, я хотел поздороваться. Ну, что тебе до слова? Говори. Ну, выйдем. Пошли. Пошли. Ребята, на репетиции. Ребята, на концерт. Что за Россия, поговори, Россия. Поговори. Что поговори-то? Ну, вот так, дорогие друзья. В любви, в дружбе, в согласии прошли все эти 20 лет. Вы, наверное, догадались, что концерт будет не совсем обычный. Потому что не только XBB принимает сегодня участие, сегодня придет много наших гостей, наших друзей. Это, наверное, самое большое наше достояние, которое мы приобрели за эти 20 лет. И вот сегодня они будут с этой сцены дарить вам много-много прекрасных минут. В них-то я точно не сомневаюсь. Итак, встречайте, наши первые гости — это гости с далекого солнечного Кавказа! Гамарджоба! Гагимарджос! Вармашвили Гагизаргус! Уадилаудиудилай, абаделудивдулуадилайдам! На-н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 а
ади лауди юни лай, абади лауди юни лай, ади лай там. На 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 на. Убидуру апасиу рападу фри патронасу. Ади ла ади ла ради ла там. Ади лай ди. А по делу ты вдруг выделай там. На 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 на. Сесулели по-русски это будет... Штучки-дручки. Да, где-то так. Итак, песня о родине. Если где-нибудь, когда-нибудь заплачет любовь. Вот как раз моя новая песня об этом, которая называется «Ждет тебя, грузин». Вы со мной согласны? Почему так тихо? Я позвонил
прямо среди ночи тебя назвал девочкой своей. Я просчитал, что скучаю очень, и попросил, приезжай скорей. Быстро собралась ты ко мне в дорогу, на ближайший рейс ты взяла билет. Но остановил пограничник строгий, никакой любви, говорит, если везине. Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грущу один? Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, ждет тебя грузин? Спасибо! Живешь в Москве, ну а я в Тбилиси. Не можем мы встретиться никак. Прощай, весна, опадают листья. И там я здесь, все у нас не так. Жаль, мы далеки, жаль, что мы не птицы. И разлуки нам снова суждены. Знаю, что любить не нужны границы, любящим сердцам визы не нужны. Месте, где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая? Я грущу один. Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, ждет тебя грузи? Давай, милая! Гуляй, Россия! Жаль, мы далеки, жаль, что мы не птицы, и разлуки нам снова суждены. Знаю, что любви не нужны границы, любящим сердцам визы не нужны. Поехали! Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грущу один? Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, ждет тебя кто? Грузин! Где ты, милая, сладкая, любимая? Где ты, милая, я грущу один? Где ты, милая, самая красивая? Где ты, милая, ждет тебя? Ждет тебя! Ждет тебя! Грузин! Сосо Павлиашвили! Мы грустим, как часто мы страдаем, порой все прошло, не стоит вспоминать, но что там впереди, мы не знаем, и прошлое хотим все еще догнать, ведь мужчина же я никогда не заплачу. О, Лари, о, Лари, все случается со мной. О, Лари, о, Лари, сексуальный я такой. Вах! Это первый вот такой неверный. Ой, не отдай меня, мой. О, Лари,
я пойду с другой. Идите, как хотела меня мать, да за второго отдать. Это второй мелкий тахи полный, ой, не отдай меня, мать. Йо! Вечеринка у Децела дома, гуляет весь район, гуляет вся школа. Вечеринка у Децела дома, все двигают попами под музыку хип-хопа. Эй, подруга, поешь что-то за манер, по новой нужен свободный хип-хоп на продвину на массу йо. Чего, чего? Эй, подруга, поешь что-то за манер, по новой нужен свободный хип-хоп на продвину на массу йо. Говорите четче. Эй, подруга, поешь что-то за манер, по новой нужен свободный хип-хоп на продвину на массу йо. Что он хочет, под нос себе бормочет, ой, не отдай меня, мать. Отстой, как хотела меня мать, да за третьего отдать. Это третий, словно поле ветер, ой, не отдай меня, мать. Эх, дает мне! Пока молодой! Полем, 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 свежий ветер пролетел. Полем, свежий ветер, я домой его хотел. Полем, 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 свежий ветер пролетал. Полем, свежий ветер, я давно о нем мечтал. Милок, звать-то тебя как? И где бабка? На страну и сальто иду! Ой, это третий пробил дыру в пакете. Ой, не отдай меня, мать. Как хотела меня мать за четвертого отдать. До четвертый ни живой, ни мертвый. Ой, не отдай меня, мать. Чё это холодом повеяло? Добрый вечер. Здоров, Колюша, тише. Склеп мой достроен, но я в нем один. Скрипнула дверь за спиной. Ветер осенний стучится в окно. Плачет чудак за стеной. Пугал до черта, ой, не отдай меня, мать. Ой, надо было памперс одевать. Как хотела меня мать, да за пятого отдать. А тот пятый пьяница проклятый, ой, не отдай меня, мать. Если б было море пива, я б дельфином стал красивым. Если было море водки, стали бабы все красотки. Пап-пап-парарара, певец большого батуна. Пап-парарара, певец большого батуна. А тот пятый импотент проклятый, ой, не отдай меня, мать. Как хотела меня мать, да за другого отдать. Ходит до подруги, ой, не отдай меня, мать. Лепот ли мечты небывалые, цветут ли цветы запоздалые, все так же играет шарманка. В России она чужестранка. Монсеррат, спасибо вам. Спасибо! Я ваш кумир! Все так же играет шарманка. России одна. А-а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 
вышла за певца. Не нашла среди артистов я любимого лица. Пусть накрылся медным тазом поворот моей судьбе. Да уж лучше выйду разом я за группу XBB. Мы очень похожи, да? Я вас от всей души поздравляю с праздником, с юбилеем. Желаю, чтобы вы всегда оставались такие веселые, жизнерадостные и подольше радовали нас своим творчеством. С праздником вас, молодцы! Спасибо. А это вам, моя спасибо. Красавица, спасибо. Вам. Дыхает, а потом летает. Видно, крепкая трава, раздроил склова.
на ковре, вертолете мимо радуги. Пых! Мы летим, а вы ползете, чудаки, вы чудаки. Пых! На ковре, вертолете, ветер бьет глаза. Нам хотя бы на излете закинуться. Прибалтки, шуточки. Тоже мне рок против наркотиков. Все равно, что пчелы против меда. А кикимора-то? Кикимора болотная стала очень мутная. Ведь она у нас теперь как-никак супермодель. С Марса к нам приехала, точно крыша съехала. Ой-ой-ой, пошло. Эти желтые ботинки шагают быстро по болоту, а мимо проплывают пиявки. Все вот и все вы для меня козявки. Ай-яй-яй, девчонка, топай-топай по дорожке. Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки? Ножки тонкие, кривые, штаны рваные, худые. Ножки тонкие, кривые, штаны рваные. От Москвы до Ленинграда и обратно до Москвы. Не найдете ножек лучше, чем мои. Ну и ножки, как у моей избушки. А слыхали, Бармалей с Африки вернулся. Ага, и ресторан открыл. Злой разбойник Бармалей завязал пугать детей. Возвратясь из дальних стран, он открыл свой ресторан. Но как в руки нож возьмет, он нет-нет, да и взгрустнет. Старые кафе, верные друзья, и никого пырнуть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старые кафе, верные друзья, по глади будничной скользя, придут, побьют, посуду побьют, наплюют, морду мне набьют и вновь в жилье уйдут. Они. Фу. Ой, бедный он, бедный. Ага, бедные ресторанов не открывают. Семеновна, а? А ты лягушку пробовала? Нет. А Иван-Царевич их только и хрумкает. А Иван-Царевич вдруг натянул отцовский лук. Стрельнул, как из пушки, а попал в лягушку. Видно, сказок не читал, ни царевну не признал. Шкурку сдернул, мясо съел, лишь короны захрустел. Неразборчив был в еде, заурчал в животе. Королева! Никто не услышит, никто не узнает, в чем ее тайна. Никто не услышит, но никто не узнает, в чем ее тайна. Лягушка, лучше слабительное. А вы слыхали? Красная шапочка на волка глаз положила. Ага, а волк на бабушку. Собрала в дорогу мать красной шапочке опять пирожки и колбасу, чупа-чупцы дисколсу. Наказала не зевать, время даром не терять, бабушке скорее бежать, серым волком не гулять. Лишь одно не углядела, то что девочка созрела. Как бы мне выдумать, что, бы мне выдумать с кем, бы мне выдумать где, бы мне выдумать, а пока и думать рано о любви такой. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама, а ты на бабушку польстился, свинья. И никакие у тебя небольшие глазки, и никакие у тебя небольшие ушки, и никакие у тебя небольшие зубки, и вообще все у тебя маленькое, волчара. Ух, жаль девчонку, надо ее с нашим Кощеем познакомить. Да ты что, он же у нас ориентацию сменил. Ой. Наш Кощей чинил крыльцо, потерял свое яйцо. Так без ампутации сменил ориентацию. Был сказочный злодей.
злодей, а теперь он добрый гей. Творе добро на всей земле, творе добро другим во благо. Мою красивую улыбку дарю я каждому, кто рядом. Мастер Дэн, сеть стоматологии, номер наш един. 210-10-10-10-01. Ох, страшилище! А вы слыхали? Дядьку Черномора повысили! Капитана второго ранга дали! За что? За песни! Славный дядька Черномор позабыл морской дозор. Песни распевает, звание получает. Слушают его стайня 33 богатыря. Служу я украшением стола. Полковник, тебя как рыбу к пиву подают. Путаны, лишь тот, кто друг царя, имеет все права. А у Гвидона друга лучше нет. Гвидон, звонят колокола. Гвидон, такие брат дела. Гвидон, царит врагам назло. Нам всем с Гвидоном повезло. Частушки вам пропели вроде без нотации. Может, и кого задели. Так ведь папарацци мы. Мы папарацци, мы папарацци. Вам не ёшки хоть куда. Мы папарацци, мы папарацци. До свидания, друзья. А теперь общая фотография на память. Эй, подруга, неси фотоаппарат. Давай, давай, быстрей. Снимай, скорее, ну, ну скорее, давай, 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 давай. Кия, ты? Да, а это кто? Клара! Клара! Народная артистка России! Клара Новикова! Ну я чичи, я чичи! Полетели, я чичи! Папарацци, мамарацци! Мы с Петровной-то вообще газет давно не читаем. А те, что в ящик кладут бесплатно, я бесплатно и выкидываю. А тут кто газету на лавке оставил? Поглядели мы с Петровной, пишут сплошь про досуг. Досуг Маша, досуг Ксюша. Или пишут досуг веселые девчонки. Ржут, небось, как дурки, и все. Я Петровна, вспомним нашу молодость-то был какой досуг. Ой! И на баяне играли, и бег в мешках, и шарады. Петровна, пора нам с тобой за дело браться. Ты ж лет 10 снегуркой была, правда? Лет 20 вон баба Егой на метле скакала. Я у нее еще и зайчиком-побегайчиком была. О! И на баяне у меня есть чижика-пыжика одним пальцем. Садись, Петровна, пиши объявление, я тебе диктовать стану. Пиши! Досуг! Пиши дешево. Пиши профессионалки. Пиши круглосуточно. Все равно у нас с тобой бессонница. А потом списывай, что у других написано. Пиши русские красавицы, хохотушки, 100% кайфа. Написали объявление, отнесли уже и забыли про его. Вдруг звонок по телефону, голос такой мужской, на веселье. Объявление про досуг давали, давали, сколько стоит? Я говорю, 500 рублей. Ой, сколько, сколько, и 100. А Петровна, торгуйся. Я говорю, 100 рублей в час, но тогда, чтобы не меньше 5 часов. Ой, я столько не смогу. Может, только с Виагрой. Я у Петровна с Виагрой просится. Она нехай идет с Виагрой. Вчетвером веселее будет. И можно с Виагрой. Он понял, какая ведь у вас будет программа. Да уж не хуже, чем у других. Начнем с простых игр, с настольных. О, ведь на столе это круто. А что-нибудь экзотическое у вас имеется? Я говорю, Петровна, экзотику требуйте, нам сделаем. Он у тебя в вазе павлиньи перья торчат,
гирлянду на тебе елочную нацепим. У меня балалайка, тюбетейка. Чем не экзотика, нарядимся. Тебе экзотика будет. Ну, где ж ты, адрес? Пройдешь, давай. Сидим, ждем. Дверь открыли и свет выключили, чтоб сюрприз был. Через полчаса вваливается. Девочки, ау! У комнату зашел. Тут Петровна как закричит: елочка, зажгись! И мы свет врубили. О-о-о! Мужчина прямо обалдел. Представляете, я в баяне растопырилась. Лампочками, перьями, павлиньем переливаюсь. Петровна в балалайке, в тюбетейке, в лаптях. Там тарадарам, пам-пам. И здрасте. Мужчина, раздевайтесь, я говорю, раздевайтесь. Ну не в пальто же ему отдыхать. Он в пальто вцепился, глаза вылупились. А девочки где? Я, что ж мы на юношей похожи? Мы те русские красавицы, я что ж мы уродины заморские. Мы те хохотушки сейчас сделаем. Ой, он аж присел. У меня гирлянду закоротило. Я кричу: срывай с меня все. Я вся горю. Петровна ржет, как сумасшедшая. Че, мужик? Мужик-то уполз. Уж когда потом Петровна ко мне в больницу приходила, говорит, чтобы мы таким поганым мужикам, которые женщину даже обесточить не могут, культурный досуг организуют, да не за шум. Лучше пойдем к Абдуле на рынок. Из осетинского сыра дорогой импортный делать. Как? Пальцем дырки в нем ковырять. Конечно, зарплата небольшая, и к вечеру пальцы скрючены, зато работа спокойная. Все. Клары украл кораллы, а Клара у Карла кларнет. Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла кларнет. Кларнет, хо-хо, тра-ля-ля-ля, Карла у Клара корнет. Корнет, хо-хо, тра-ля-ля-ля, крала Клара до карет. Тьфу, товарищи, и историческая справедливость, о которой так долго говорят скороговорки, наконец свершилось. Клара, возьми свои кораллы, отдай Карлу кларнет. Ура, товарищи! Ура! Всем христианам, фабрика рабочим, кораллы Клары, Карлу кларнет. А всем вот, товарищи, комические куплеты. Карлуся, заводи. Батенька, ну, те что-нибудь пролетарское. Беседор Хайрович. Вот это Зегизон. Нечеловеческая музыка. А Клара, Клара, Кларочка, с ней случай был такой. В кружке марксистском Кларочка всегда была звездой. Бывало, влезет на комод и речь произнесет. А если в настроении, то может и споет. Не может быть, представь себе, станцует и споет. Все поняли у Кларочки ораторский талант. Любили слушать Кларочку марксист и фабрикант. А как она, искусница, владела языком. Казалось, даже дождик с неба капал кипятком. Не может быть, представь себе, ну просто кипятком. Теперь у нашей Кларочки большой репертуар. На выступлении Кларочки всегда стоит угар. Стоит солдат, стоит матрос, и все вокруг стоит. Когда на сцене Кларочка со зрителем лежит. И вот она на
на праздник нам пришла. И много-много радости мальчишка принесла. Ура, товарищи! Ура! Эй, тихи! Это Клара Новикова, а ваша Клара Цеткин ждет вас в палате. Не может быть! Представь себе! Миль пардон, мадам! Да, простите, обознались. Кларочка, может, и вы составите нам компанию? Ну хорошо, хорошо, в следующий раз. Но знаете, что в душе у нас для вас местечко есть. И помните, всегда вас ждет палата номер 6. Кларочка, я отведу пациентов на процедуры, а на дежурство заступает доктор Розенбаум. Саша, и ты с ними заодно. Знаешь, я с ними хочется быть заодно. Пойди полечи. Подожди, они такие милые психи. Хочется полечиться вместе с ними. Пойдемте, Кларочка. Пойдемте выпить сиротский чай в палату. Народный артист России Александр Розенбаум. Вновь солнце взошло над грешною землей, и вновь берега обласканы приливом. Пахнет сосновою смолой и скошенной травой, клин журавлей над головой, и значит мы живы. Пахнет сосновою смолой и скошенной травой, клин журавлей над головой, и значит мы живы. Мужское плечо и женская рука друг друга в ночи коснутся боязливо. Есть океан у моряка, у пирамид века, и у поэта есть строка, и значит мы живы. Есть океан у моряка, у пирамид века, и у поэта есть строка, и значит мы живы. Старина, скажу я тебе одно, спи всегда с открытым окном, чтоб чувствовать мир, его благодарно прими. Все то, что в нем есть, ты прими, прими. Кувшин с молоком и кружка на столе, в степях лошадям лохматит ветер гривы. О-о-о! Над миром властвуют балет, улыбки королев и Гарри Поттер на метле, и значит мы живы. Над миром властвуют балет, улыбки королев и Гарри Поттер на метле, и значит мы живы. Старина, скажу я тебе одно, спи всегда с открытым окном, чтоб чувствовать мир, его благодарно прими. Все то, что в нем есть, ты прими, прими. Играй, музыкант, стирай лады гитар. Простая плита на кладбище у Джимми.
товар, но переполнен бар, плывет с акулами Макар, и значит мы живы. Подумай, деньги лишь товар, но переполнен бар, плывет с акулами Макар, и значит мы живы, и значит мы живы. Выступает вокально-инструментальный ансамбль «Дети Розенбаума». Папа, у тебя сегодня день рождения. Извини, что без предупреждения. Мы пришли тебя поздравить, мы твоя кровь, папа. Дети ведь рождаются, как песни. И ничего на свете нет чудесней. Вспомни, как однажды это все началось. Давай, фельдшер, заводи. Ты стать хотел биологом, дерматовенерологом. Потом решил ты быть, как мама, гинекологом. А стал невропатологом, хоть к женским головам. Тебя всегда тянуло меньше, чем к ногам. То ли Фрейд тебя сгубил, то ли был избыток сил. Но однажды пациентку песнями ты вылечил. И через 9 месяцев, мораль презрев, я появился, не заплакав, а запев. А-а-а-гу! Днем и ночью папу зову. А-а-а-гу! Днем и ночью песни пою. А-а-а-гу! И ничего другого на ум. А-а-гу! 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 Задремал Исаул молоденький, он с девчонкой в стогу ночку гулевал. Заряжает бердан батька ее родненький, где уж там казака, и след пропал. А под окном с наличником нашли очки станичники, а под крыльцом с балясами нашли штаны с лампасами. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором батька убегает без кальсон. Батя, вот эти штаны, в самый раз. На улице Гороховой ажиотаж, Одесса, мама в Питер приезжает. А все ведь потому, что свой гастрольный вояж здесь Саша Розенбаум заряжает. Услышав Сашин голос, толстая Кармен, что первая барыга на привозе, вдруг разрыдалась так, что испугался Семен, и Саша предъявил свой главный козырь. Он прохрипел гоп-стоп, ударив струны рукой, и для Кармен вдруг воздуха не стало. Рванувшись с места, прокричала: «Саша, ты мой!» И вся в объятия к нему упала. Ну а дальше сами знаете. И вот чук-чук поры, кондуктор дал свисток, прощальный поцелуй, стакан горилки. Уже в Одессе у Кармен родился сынок. И вот я здесь, бежавший с пересылки.
папа. Два червонца, как с куста. Хочешь, буду я твоею крышей. С детства твои песни я люблю неспроста. И на груди ношу твою афишу. Ну-ка, похож? У папы было четыре сына, трое умных, один чукча. В тундре шура, однако, я ли не заспила чутка. Айда выстрел. И подбитый вертолет осел, однако. Вечерело, летчики гуляли в чуме. И всю ночь усятый дядька моей мамке песни пел. Снова осень закружила карусель мелодий. Те, что в детстве мама часто пела мне. Знаешь, папка, и у чукчи ты, однако, в моде. Твои песни у всех сейчас в большой цене. Мы знаем давно, учили тебя отец твой и мать. Лечить так лечить, рубать так рубать, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но песни твои летят высоко, летать так летать, ты им помаши рукой. Писать так писать, и нету судьбы другой. Подождите, ребята, не уходите. Я очень рад, что у меня отыскались дети такие. Действительно рад, очень талантливые ребята вышли. Ну, мамы вам рассказывали всю правду, конечно, но не совсем. Я не часто рассказываю в интервью о таких подробностях, но тут решил на ваш бенефис. Все-таки надо поведать миру, как все это было с вами-то. В школе вы есть. По снегам, по шелку свежей травы. Глухарем я атаковал до крови, и отказываться я не привык от детей, которых нажил в любви. И отказываться я не привык от детей, которых нажил в любви. Там на скорой бабы бой да огонь. Развернуться жалко, времени нет. И между вызовами левой ногой как-то вытащил счастливый билет. И между вызовами левой ногой как-то вытащил счастливый билет. Было время по станицам меня протащила, как осиновый лист. Возле речки напоили коня. Неплохой ведь получился артист. Возле речки напоили коня. Неплохой ведь получился артист. Молдаванка, часть еврейской души. А пересыпь — это жизнь моряка. С Бертой Марковной бычков насушил. Он какого родила мне быка. С Бертой Марковной бычков насушил. Он какого родила мне быка. Лес валил давно, на севере я. В чум забрался, коль морозец пронял. Анекдот-то этот, он про меня. Ну, про того, который лыжи не снял. Анекдот-то это он про меня. Ну, про того, который лыжи не снял. А недавно
две недели в РБ. На подлодке по уставу пожил. Силы есть, но не видать экс-ББ. Братана, поскольку кок там мужик. Силы есть, но не видать экс-ББ. Братана, поскольку кок там мужик. Экс-ББ, детишки мои, это еще не все. А что отец для детей не сделает? Группа «Дети экс-ББ». Как, друзья мои, детишки-то, а? Да просто клоны. Не один я грешил-то в этой жизни. Просто одно лицо. Браво. Молодец. Это мой Саша. Доктор Брументаль. Артист России Азиз Аскарян и его подопечные. Дети экс-ББ. Народный артист России Александр Розенбаум. Спасибо за подарочек. Спасибо огромное, спасибо. Я вас люблю. Более оригинального подарка было придумать трудно. Спасибо. Спасибо. Театр «Кабуки» совместно с группой «Экс-ББ» представляет японскую народную драму «Красная шапочка». Перевод Ларисы Рубальской. Саянуре! Здравствуй, дружок! Я расскажу тебе сказку о маленькой гейше по имени «Красная шапочка». Собралась она как-то раз навестить свою бабушку. Взяла лукошка суши, горшочек саке и весело побежала по тропинке. Я сказал, весело побежала по тропинке! Я
я по полю наугад. Точит волю, синим взгляд. Мне на волю, вы назад. Но по полю наугад. А навстречу ей серый волк. О! Увидел он красную шапочку и решил прикинуться невинной овечкой. Штабс-капитан Овечкин! Люся! Почему-то соврала красная шапочка. Давайте, Люся, потанцуем, поговорим о чем-нибудь. Как часто, Люся, в жизни мы рискуем, так отчего ж еще раз не рискнуть. Давайте, Люся, потанцуем, дает нам жизнь прекрасный шанс. Давайте, Люся, потанцуем, теперь зависит все от вас. А у меня со вчерашнего дня правило: не танцевать, белое не носить, обтягивающий не надевать. Так что на два дня, все забудьте про меня. 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 Куда ж ты денешься, когда согреешься в моих руках? Слабо заблудишься, потом забудешься, потом окажешься на облаках. И короткой дорогой волк побежал к бабушке. А бабушка тем временем у себя в домике вспоминала годы своей бурной молодости. Были юными и счастливыми, и в незапамятном том году были девушки все красивыми, и черемуха вся в цвету. Были юными и счастливыми в незапамятном том году. Были девушки все красивыми, и сакура была вся в цвету. Волк знал, что бабушка любит борьбу с умом, и поэтому решил прикинуться сумчатым. Помогите кенгуру, потому что поутру кенгуру в своем кармане обнаружила дыру. Помогите кенгуру, потому что поутру кенгуру в своем кармане обнаружила дыру. Помогите! Напрасные слова, виньетка ложной сути. Напрасные слова, нетрудно говорю. Напрасные слова, уж вы не обессудьте. Напрасные слова, я вас переварю. Помни, дружок, низин для желудка незаменим. Странная женщина, странная женщина. А в это время красная шапочка уже подбегала к домику бабушки. Я по полю наугад. На два дня, все забудьте про меня. Занято! Бабушка, это я, красная шапочка. Дерги, девочка, за веревочку. Спасибо. Ой, бабушка! Тамбовский волк тебе, бабушка. Моя мулатка-шоколадка, ребенок лилий, солнце и волны. Но почему мне так в твоих объятиях сладко, в лучах банановой страны? А жизнь моя капризная лошадка, опять снега, давай меня умчи. Моя мулатка, ты как шоколадка. А шоколад всегда горчит. Ой. Тем временем по лесу ушел пьяный японский охотник и пел популярную японскую песню. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. О, я знаю, здесь живет старая гейша. У нее всегда есть сака. Это как ванцети. Нет, сациви. О, я очень люблю сациви. Ведь я же настоящий камикадзе. Вах! Кто там? А где бабуля? Я за нее. А я тебе пасть порву.
виноват. Виноват я, виноват. Без суда и следствия, без меня свой строгий взгляд, да другие действия. Море жизни я фрегат, потерпевший бедствие. Виноват я, виноват. Без суда и следствия. И волк сам себе сделал харакири. А из живота у него целые и невредимые выскочили красная шапочка и бабушка. Шикарный мистер к нам подходит как-то раз и говорит, не отводя знакомый глаз: какие девочки, откуда, как зовут? И не хотите ли прокатиться в Голливуд? Какие люди в Голливуде? Сплошные звезды, а не люди. Сплошной окей и Берри Гуд. Нас приглашают в Голливуд. Нас приглашают в Голливуд. Вот и сказочки «Бонзай», а кто слушал — «Самурай». Сергей Дроботенко! Сан! Добрый вечер. Я, конечно, не мог не прийти на бенефис своих лучших друзей. Вы знаете, мы довольно часто пересекаемся с ними на каких-то общих концертах, и я просто обожаю наблюдать за одним нюансом. Пока ребята переодеваются к следующему номеру за кулисами, на сцене, конечно, кто-то должен заполнять паузу. И вот, как правило, эта миссия возлагается на самую колоритную фигуру группы, на Вадика Сорокина. Слушайте, как он тянет время, это просто фантастика. Я вам сейчас это покажу, и чтобы к нему хотя бы частично приблизиться, я выбрал, пожалуй, самую важную часть на нашей поп-эстраде. Итак, представьте, закончился номер, ребята убежали за кулисы, трое, Вадик на сцене тянет время, изредка поглядывая за кулисы, дабы убедиться, что все готово. Публика бешено аплодирует. Ну давайте поактивнее, друзья мои. Ну где браво, бис? Мы же ваши любимцы. Покажите нам нашу любовь, покажите. Спасибо, спасибо. Вы знаете, вот некоторые второстепенные конферансье выпрашивают у публики аплодисменты. Я смотрю, что наши зрители пришли уже готовыми. Вы знаете, сейчас мы вам покажем номер, который называется «Восток». А Восток, как известно, дело тонкое. Да, я вспоминаю, как мы гастролировали по Востоку, к сожалению, по Дальнему. И, знаете, поняли, как много смешного у нас в стране. Кажется, в Хабаровске. Едем мимо какого-то дома. Я смотрю, на фасаде две таблички, одна под другой. Сверху надпись «Женское общежитие». Ниже «Прокат». Конечно, конечно. Я хочу рассказать вам много очень смешных наблюдений, но не могу, не вспомнить такой анекдот восточный. Один, извините, бедуин заходит в магазин к другому бедуину и говорит: «Рабинович, скажите, у вас есть тик-так?» Тот говорит: «Есть, 5:30». Конечно, конечно. Я не буду долго терзать ваше внимание, а просто скажу: «Экс! Экс! Экспериментировать мы любили всегда». Знаете, на кого только мы не делали пародии, лучше и не вспоминать. Так, например, среди наших жертв Надежда Кадышева, которая была сделана 8 раз. После этого в газетах написали, что мы артисты с большой буквы. Да, это так. Вот наши Саши — артисты с большой буквы «С», Вадик с буквы «В», Гия, знаете, лучше по фамилиям пойти, вот Озеров, артист с буквы «О», Калинин, К, Сорокин, С, Гагуа. Да, крути не крути, от судьбы не уйдешь. Знаете, все такие разные. Если Гия — это сама экспрессия, Сашка Калинин, напротив, немного меланхоличный парень. Иногда так и хочется сказать ему: «Саша, ну быстрее!» Я думаю, он чем-то похож на эстонца, знаете, по своим действиям. И вспоминаю такой свой любимый анекдот.
как диктор в таллинском метро объявляет: «Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка... О, да вот она!» Да, дорогие друзья, я вам напомнил имена участников коллектива, а на сцене очень скоро сам коллектив. Мы любим этот зал, Россия. Мы вообще в последнее время выступаем только на центральных площадках страны. Помню, позавчера работали в ЖЭКе. И на сцену выходит маленькая девчонка, лет 5. Я у нее спрашиваю: «Как тебя зовут, деточка?» Она: «Маша». В шутку говорю: «Жених есть?» Она: «Ага». Я говорю: «Как зовут?» «Маша». Потрясающее чувство юмора у детей. Чувствую, наш клиент. Продолжаю. «Маша, когда у тебя день рождения?» 5 августа. «Какого года?» «Каждого». Давайте. Ну, артисты XBB это тоже как дети. О детях можно рассказывать бесконечно. Что мы и сделаем. Вы знаете, особенно, конечно, ближе к детям Гия. Очень остроумный человек. Готовы? Подождут, я разошелся. Вы знаете, у него две потрясающие дочки. Младшая копия папа, слава богу, не внешне. И Гия нам рассказал тут историю. Она от телевизора не отходит, с утра до ночи торчит. Ну, ее скоро диктор уже узнавать будут. Учительница математики дает задание детям придумать задачу, где бы фигурировали проценты. Что вы думаете? Гена Сокровище насмотрелась с рекламы, пишет: «Риксона утверждает, что юноши потеют на 40% больше, чем девушки. Вопрос: сколько нужно девушек, чтобы вспотело 30 юношей?» Дорогие друзья, я так чувствую, мне пора закругляться. Понимаю, как вам не хочется со мной расставаться, но, тем не менее, под эти громовые овации на сцене... Сергей Дроботенко! Ну все, 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 хватит. Третий год брожу я, как товарищ Сухов приказал. Сторожу 3 года по ранжу я, личика же так и не видал. Гюльчатай, Зухра или Серафима, для меня без разницы, друзья. Главное, что я еще мужчина, значит, не беременная я. Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся. Да ты не бойся и не стесняйся. Я не насильник, поверь мне, Сима. Но жить так дальше невыносимо. Сим-сим, откройся, сим-сим, отдайся. Да ты не бойся и не стесняйся. Я не насильник, поверь мне, Сима. Но жить так дальше невыносимо. Надя, ты? А кто же? Увидишь русскую песню? Не трогай, они мои! Надя, Надя! Уходи отсюда! Уходи быстрее! Так тебе и надо, так тебе и надо! А вы что, разбили из иностранщину всякую? Давайте нашу, русскую. По-русски давайте свою. На речке, на речке. Ой, покайфуем. Ой. На речке, ой, на речке. Yeah.
Народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». Русская песня, русская песня, русская песня. Ой, да, СББ, ой, да, СББ. Русская песня, русская песня. Ой, да, СББ, русская песня, русская СББ. Вах! Ой, Сань, а ты куда собрался ты? Уезжаю я от вас. Далеко? Город. На артиста буду учиться. На артиста? Да. Ну и езжай с катертью, дорога. А мы, ребят, пошли на нашу речку. Ай, да! Уха! Езжай, езжай! Обойдемся! Сань! Ну что ты в этом городе-то забыл, а? Оставайся! Не, решено! Ну оставайся! Тогда присядем на дорожку. Наплевать, наплевать, надоело кур гонять, есть ведь жизнь другая, ох, и городская. Саш, а может останешься? Не, ребят, судьба. Город я, друзья, лечу, на артиста выучусь, стану я звездою международною. Да мне, как Майкл Джексон, спеть, плюнуть, да и растереть. Ну а ежели там сплясат, что два пальца об асфальт. Да ладно заливать. Ага. Чего? Смотри! О! Мишка Диксон! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare la canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne so più vero, sono un italiano. С Новым годом, пошел нафиг. Здесь есть история о том, как я приехал из Зимбабве поступать Патрисия Лумумба. Freeze, I'm a bank and put your hands in junior money. Язык сломаешь. She's crazy like a fool. Патрис Лумумба cool. I'm crazy like a fool. Патрис Лумумба cool. Daddy cool, daddy, daddy cool, daddy, daddy cool, daddy, daddy cool. Ungo le fame, ungo le zame, ma sorrindo sa tire non le zame, ungo le zange, adorablo. On New Year's Day, to celebrate, no chocolate covered candy hard to give away. Felicità, è tenersi per mano, stare lontana, la felicità, è con sguardi innocenti, mezzo la gente alla felicità, è le stare vicini come bambina, la felicità, felicità. Thank you.
sex bomb. You're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Okay. Чё, испугались? Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Наливай. По полной. Ну, будем. Ну. За искусство. Come on, everybody! You look fine! So must go! Шескару давай! Вап-пап, Люба! Вап-пап-пап! Чури-фури! Оу-лури! Чури-фури! Оу-лури! Чури-фури! Оу-лури! Чури-фури! Оу-лури! Чури-фури! Оу-лури! Вап-пап, Люба! Вап-пап-пап! Baby, please, baby, please! Baby, please, baby, please! Да, молодцы. Устроили драк на бенефисе, а? Скандал! Теперь можно и в желтую прессу попасть, между прочим. Ага. Ну, накаркал. Ой. Ой. Да. Здравствуйте. А вот микрофончик. Вот. Вот. Хорошо напиши, хорошо? Вот. Вот. Хорошо напиши, дорогой. Правду напиши. Взяточка. Да нет, не будет мешать. Внимание. Мне плохо видно, девушка. Сколько они там на газету мне наклеили? Червончик, да? Ну, сколько денег дали, настолько и напишем. А если этот текст статьи еще и на музыку положить, получается уже дорогая, серьезная, хвалебная песня. Кстати, эту песню совершенно бесплатно может исполнить хор фанатов великолепной четверки. Называется композиция «Ай, спасибочки судьбе, что есть группа XBB». Ай, спасибочки судьбе, что есть группа XBB. Я скажу вам по секрету, обожаю группу эту, восхищаюсь каждый раз. У меня от них экстаз. Ай, спасибочки судьбе, что есть группа XBB. Для меня, как для хозяйки, XBB-шки просто зайки, просто классные парниши. У меня съезжает крыша. Возбудился цветок? Куда ему деваться? Такие ребята. I love you, люди. А я не парень, а огонь. От ББ я ржу, как конь. Ихний юмор очень нужен. Прут эмоции наружу. Ай, спасибочки судьбе, что есть X и что есть B.
отдыхай, семья и школа. Сегодня день больших приколов. От XBB я торчу. И конкретно хохочу. Ай, спасибо, очки судьбе, что есть группа XBB. Ай, спасибочки судьбе, что есть группа XBB. Все вместе. Ай, спасибочки судьбе, что есть группа XBB. Кстати, дорогие друзья, есть еще колонка криминальной хроники. Последние новости. Из мест не столь отдаленных бежали 4 особо опасных рецидивиста. Как говорится, спасайся, кто может. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Выше ножку. А я ему давеча говорю. Насморк у меня. Да погоди ты со своим насморком. Слышь, доцент, ты говорил, что в туалете отсидимся. Да, кажись, дверью ошибся. Доцент, да, доцент, а куда это мы попали? На концерт попали, XBB. Чего-чего? ФСБ? Все, кино не будет. Электричество кончилось. Я же говорил, заметут. Как пить дать, заметут. И заметут. Мы артистами прикинемся. Какими такими артистами? Популярными. А я петь не умею. А чего там уметь? Наливай и пой. Ну так покажи. Смотри. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Ну тебя за эту песню точно посадят. А, деревня, а? Ну ты даешь. Кто ж его посадит? Он же памятник. Сыц, Брединска, давай ты пой. А чё я-то? Чё что так сразу косой? А пасть порву. Только ты знаешь, пасть, пасть. Из полей доносится долей. Из души уходит прочь тревога. Перебей. Душевнее пой. У жизни только даль, полная надежд. Год у тебя был, 3 за побег, 5 за децад. Атас! Шокер! Да нет, это я пою. Танцуйте, мальчики, любите девочек. Атас, так веселей рабочий класс. Малина, ягода, Атас, Атас! Атас! Сан Саныч, а Гаврила Петрович опять по всеми ругается. Yes! Yes, yes! АБХС! Слушайте, заткнитесь, пожалуйста, дайте мне спеть. Мачи хочет там Бог, ты значит, чики-чики-чики-та. Мачи хочет там Бог, ты значит, чики-чики-чики-та. А при чем тут там Бог? Я там сидел. Защити, защити нас от солнца. А в очкудухе ты тоже сидел? Нет, там тепло, там моя мама. Мама, мама, что я буду делать? У меня нет зимнего пальта. Эх, вот чешуя, не поймал я ничего. Аравай, вай, 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 аравай, вай. Цыц, артисты, аферисты, слушай мою команду, всем учить язык. Английский? Французский. А зачем нам французский? Будем петь эту, как его, Собор Парижской в душу матерь. А, Нотр-Дам де Пари. Во-во, ты будешь священником, а ты косой эсмеральдой. А чё сразу косой? Угол поставлю, а я буду Квазимодой. Узнаешь? Какая отвратительная рожа! Доцента страшная такая, и такая страшная. Я накрашенная страшная, и накрашенная. Сыц, Брединский, надоели вы мне. Все, буду сдаваться. Шлем, проклятый шлем, терзает душу. Нет,
закон я больше не нарушу. Бред, ведь я детей всегда воспитывать хотел. Доцент, ты с полки, видно, здорово слетел. Ну, а вообще, решил я тоже завязать. Мечтал я в детстве милиционером стать. Шатан паршивый, все краду я и краду. Я за милицию родную пасть пору. Пусть ваша служба и опасна, и трудна, и хоть на первый взгляд как будто не видна, но мы-то видим, мы поэтому поем, мы за милицию родную пасть порвем. Ой, маленькие! Вот эти маленькие, маленькие друзья. Давайте. Юрий Светочкин. Спасибо. Извини, сорвалось! Мачку-то отсюда, хаттерили, сапрещен, зайдем, мэнди, сэ. Ательмире, сэнли, ёханы, бабай, батры, дэля, артикули, мэшна. И отмай, ты... Эй! Переводи. Эй! Ты чё? Не спеши за-за, гиви, эй! Высоко, высоко в горах. Где живут горные орлы, орлы. Спокойно. И чайки. Есть маленький, но очень красивый ау. Переводи. Высоко-высоко в горах маленького аули, который называется XBB. Живут очень красивые и очень талантливые люди. Как дядя Гиви. Я. У меня все в ноги ушло. В нашем ауле у дяди Гиви было 4 брата, таких же красивых и таких же талантливых, но очень бедных, за что все в ауле их называли бедные братца, или сокращенно ББ. Ну надоело братцам бедными быть, сказал Йохан и бабай. Поехали в Москву, да? И сделали. Мы все такие, слово держим. Мы хотим поздравить сегодня, дорогие бывшие бедные братья. Поехали! Ночи загорелся, в зале нету места. Ничего мы тут опоставим. XBB поздравим, кое-что подарим. Хват чернем и дальше полетим. Всем вам гамарджоба, нахламби свадлоба. Есть хороший тост за XBB. За что вас геноцвали? XBB прозвали, за нас вы просто дружба, вах, ББ. За что вас геноцвали? XBB прозвали, для нас вы просто группа, вах, ББ. Я не взял за гиви, то я отдохну как человек. Вниз по организму градус побежал, как по судьбе. И оставил в цели теплую полоску, теплую, как группа XBB. Хорошо сейчас сказал. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто купил, налил и выпил. А мы выпьем все за XBB. За кого-то просто купил, налил и выпил. А мы выпьем все за XBB. Эх!
У нас все такие. Сейчас нам обещали триллер. Какой триллер? Ты что, Рафаэль? Триллер? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Страшная история произошла на старом заброшенном кладбище. В одну из тех ночей, когда светит полная луна. Какая ты красивая, какая ты умелая, ага, ага. Какая симпатичная, какая загорелая, ага. Как же такую хочу, как же я, как же очень хочу, как же такую хочу, а может нам понравится, давай дружить, красавица. Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Никто меня не любит, никто меня не ждет, никто не поцелует и к сердцу не прижмет. Душа моя томится, душа моя зовет. Никто меня не любит, никто меня не ждет. Милая моя, где ты? Милая моя, где ты? Я тебя, тебя сегодня буду обнимать. Я тебя, тебя сегодня буду целовать. Нравится, не нравится, спи, моя красавица. Повыше номер один, отдыхаю сам. Повыше номер один, я тоже хочу. Повыше номер один, отвали. Position number four. Ну ты чего? Position number five. Сам себе накопай. На позиции номер шесть. На позиции номер шесть вылезла из мешка, чтобы приветственную записку прочесть. Страшная история. Регина Дубовицкая. Конечно, история страшная, потому что, дорогие мои, честно говоря, я впервые в жизни оказалась вот в такой позиции. Но все-таки я там в мешке действительно написала записочку участникам ЭксББ. Вот эта записка. Хорошо, когда мы вместе, а без вас, друзья, тоска. Я желаю, чтоб лет 200 вы валяли... дурака. Спасибо. Браво. Браво. Более того, мы в аншлаге вас так любим, что я готова выполнить любое ваше желание. Любое? Любое. Ты о чем подумал? Гия. Я придумал, Регина, ну, я придумал. Ну. Рояльчик на середину сцены выкатите, пожалуйста. Регина, сыграй нам на рояльчике, а? Ну, мы так не договаривались. Ну, Регина, ты сказала любое желание. Давайте, сыграйте, пожалуйста. Ну, похоже, я попала. Попали. Приглашай, Мурку, нет. Говорят. Попали. Нет, не попала.
Там за кулисами сейчас ожидает свой выход один аншлаговский артист. Большой мастер по части музыки. Не поверите, он даже ноты знает. Да, однажды я его спросила, чем отличается нота до от ноты ми? И он сходу сказал, у них буквы разные. А потом у этого артиста очень подходящая фамилия для игры на рояле. Вот были композиторы Мусоргский, Чайковский, Стравинский. А сейчас на сцене Николай Лукинский! Николай Лукинский! Здравствуйте, дорогие друзья! Регина, ну я же не умею играть ни на чем, вы же знаете прекрасно. Коля, надо. Ничего не знаю. Да нет, ребят, Регина сказала играть на рояле, надо. Я не играл в жизни. Коля, давай! Давай играй на рояле, все! Давай! А мы у Регину выиграем! Давай, смелей! Страшная история. Это точно страшная история, если я буду играть на рояле. Действительно, никогда в жизни ни на чем не играл. Вы знаете, есть такой анекдот. Грузинский юноша поступает в консерваторию, тоже никогда в жизни ни на чем не играл. Ему родственники говорят, ты только не волнуйся, мы всем заплатили. Придешь на экзамен, сыграют одну ноту, угадаешь и все. Понял? Он говорит, конечно, понял. Что я, конечно, угадаю. Что я, дурак, 16 лет в средней школе учился. Приходит на экзамен, сидят профессора консерватории, музыканты, известные на весь мир. Ему говорят, отвернитесь. Он отвернулся, один из них нажимает на рояле на клавишу там «до». Он поворачивается и говорит, ты нажал. Вот так же примерно играю и я, но если уж группа XBB просит, тем более Регина Дубовицкая, я попробую. В принципе, я видел, как другие играют. Главное себя очень уверенно чувствовать. Итак. Крышечку забыл поднять. Так, прошлый век, Стэнвей чувствуется. Клавиши белые и черные. Белые для белых. Черные для черных, значит, для меня черные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, валет, дама, король, туз. Все. О, вот там еще педальки внизу. Смотри, как тут. Сцепление, газ. Тормоза что-то нету. О, мужчина говорит, коробка, автомат. Вот здесь даже нотки есть, смотрите. Скажите, можно здесь что-нибудь понять, а? Теперь ясно, почему называется фортепиано. Да, потому что трезвый ни за что не разберется. А, извините. Вот итальянская песня «Санта Лючия». Ну, по-нашему это значит «Сама ты, Люся», да, знаете? Так, ми бемоль и си бемоль. Санта Лючия, Санта Лючия, Санта Лючия, Санта Лючия. Ну, в принципе, ничего сложного, только надо что-нибудь наше, потому что, знаете, есть музыканты, выучат одно произведение, всю жизнь его играют. Я не такой, сейчас мы найдем что-нибудь. О, пожалуйста, «Полюшка, поле», русская народная песня. Что нам это «Санта Лючия»? «Полюшка, поле» надо. «Полюшка, поле». Ой, вот это я люблю больше всего. Обожаю, но играть не буду. Че, или сыграть? Про таких беленьких, розовеньких таких, таких как поросятки такие, обожаю просто. Вот видите, в чем проблема? Не хватает подвижности пальцам. У музыкантов это называется тремоло. Вот вы смеетесь, а музыканты поэтому и пьют. С вечера, чтобы у них с утра...
такое серьезное... А, и для солидности, конечно, музыканту очки нужны, обязательно нужно. Итак, главное успокоить вот это вот самое тремоло. Группе XBB посвящается Моцарт. Спасибо, Коля, спасибо большое. Продолжаем страничку классической музыки. Дорогие друзья, вы знаете, в коллективе XBB есть три человека, которые в свое время закончили музыкальную школу по классу фортепиано. И вот сейчас они рвутся в бой. Смертельный номер исполняют трое участников группы XBB. Мы предложили исполнить нашим музыкантам третью часть лунной сонаты Бетховена «Преста» в шесть рук, с присущей всему этому делу конкуренции. Итак, музыканты готовы? Маникюрчик сделали уже, да? Нормально? Все нормально? Покажите, у вас там ничего? Так, а вы? Все хорошо, да? А. Номер исполняется вживую. На старт. Внимание! Марш! Холод клавиш рояль и холод ночей забыл.
любовной науки, макияж благородных страстей. А Джульетту давно совратили друзья. Да мы здесь ни при чем! И Ромео теперь любит только себя. Борис Моисеев! Небо синее погасло, отцвело. Заволокло нас тоже год. Домой лечу в такси. Боже, боженька, помилуй и спаси. А дорожка ты, дорожка, пожалей меня немножко. Страшно глянется окошко, ночь да бледная луна. Ах, дорожка ты, дорожка, пожалей меня немножко. Онемели ручки, ножки, а дорожка так длинна. Веет холодом остывшая постель. Вдоль по улице снег словно кокаин. Кружит, вьюжится, а я совсем один. Ах, дорожка ты, дорожка, пожалей меня немножко. Страшно глянется окошко, ночь да бледная луна. Ах, дорожка ты, дорожка, пожалей меня немножко. Онемели ручки, ножки, а дорожка так длинна. Дорожка ты, дорожка. Они мели ручки, ножки, а дорожка так длинна. Ах, дорожка ты, дорожка, пожалей меня немножко. Страшно глянется окошко, ночь да бледная луна. Ах, дорожка ты, дорожка, пожалей меня немножко. Онемели ручки, ножки, а дорожка так длинна. Онемели ручки, ножки, а дорожка так длинна. Thank you.
Борис Моисеев. Фэшн-прикол от группы XBB. Звезды российской эстрады демонстрируют модели от Валентины Юдашкина. Костюмчики бывают разные, черные, белые, красные. Но всем одинаково хочется с Юдашкиным заморочиться. Юдашкин – это стильно! Это модно! Это супер! Что из Парижа? Вот понимаешь, такой шопинг у меня был. Напрягает меня Гуччи, напрягает Бергарден, Хуго Босс и Лагерфельд, и Версачи, и Труссарди. Напрягают. Напрягает Эхма, вся крутая кутюрьма, денег нету ни хрена. Нам Габбана и Рабаны по барабану. Мои финансы поют романсы. Заморский фэшн для нас не нов. Мои финансы поют романсы. Увидишь цену и лишишься слов. Мои финансы с волками танцы. Тебя оденут, но оставят без штанов. Поэтому поддержим отечественного производителя. Одеваемся все у Юдашкина. Мани, 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 деньги, мани, деньги, мани, лучше вали, лучше вали. Вот так. Следующий. Даже в зеркале разбито, над осколками склонясь, понял, что смешнее вида не имел я отродясь. Попросил у Валентина я костюмчик сгоряча. Только он меня не понял и прислал мне свой с плеча. Шутник, единственная моя фигура нестандартная. Фигура двухметровая, задыхаюсь я. Где же ты, моя любимая? Расстегни скорей. Без любви твоей я задыхаюсь все сильней. Все брошу и буду тебя расстегивать. Не надо. У меня сегодня кастинг. А? Ну как? Шокирую? Тю-тю. А я хожу одна. Хожу туда-сюда. Сегодня кастинг у меня. Эй, модельер, ну подними глаза. Ну кто работает там у тебя? Ну эти с ножками. Ой, вот то ли дело я, мадам Брошкина. 90-60 на 90. Ну что ты в них нашел? А вот 120 на 120 на 120. Вот это хорошо. Я знаю лучше меня, меня, меня. Модели не найти. Мой бронепоезд стоит на запасном пути. О-хо-хо. Ой, холодно тут у вас. Замерзнешь, пойду погреюсь. Тю-тю. Спасибо.
Я хотел ехать в город в нижнем белье, чтоб хозяйка корчмы улыбнулась мне. Шить белье, то помог мне один кутюрье. А еще я решил быть на белом коне. Но когда белый конь мой меня увидал, как-то дико и жалобно конь мой заржал. Белый конь, я тебя потерял. Белый конь, от меня по степи ускакал. Я хотел быть весь в белом на белом коне, а теперь я в одном лишь остался седле. И что, конечно, мне нужен новый прикид, который всех удивит. И, наконец-то, мой звездный час настал. Я восхожу звездою на пьедестал. Сдержал он слово свое, этот наряд создал. И удивил, не пришил рука. А чего таким? А чего таким? Я тебя не знал. Тебя не знал. Можешь быть серьезен и лука. Серьезен и лукав. Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал? Кто придумал мне пришей звезде рука? Гениально! Просто и гениально! Просто юдаш! Вау. Валентин! Сюрприз! Валентин! Человек в черном сюртуке, с улыбкой на лице, с иголкой в руке. Он шел ты в дождь и снег, следя сквозь облака. Куда-куда текут века, куда текут века. Ах, мой милый, милый, милый Валентин. Ау! Валентин, Валентин. Я здесь. Надо, надо жить, мой милый Валентин. На радость людям и врагам на зло. Без тебя меня, любимый мой, одеть совсем непросто. Надо жить, мой милый Валентин, на радость людям и врагам на зло. Надо жить, мой милый Валентин, надо жить на радость людям и врагам на зло. Валентин Юдашкин! Ой, мечтала, мечтала. Вечер добрый. Хочу вас, ребята, от души поздравить. Пожелать вам любви, новых героев, музыки, чтобы вы оставались всегда такими веселыми и не обижали наших артистов. А так как ты уже как бы со мной, и ты хочешь быть в моей роли, так что я тебя оставляю. Ой. И я вам дарю потрясающий живой букет.
Это поздравление с весной и лета вас всех. С праздником ЭКЗБ. Спасибо огромное. Спасибо, Валя. Вау. Класс. Вау. Никак не могу ногу взять. Дорогая. Тут я уже мастер. Синхронно, дорогая. Асса! Почему не аплодируем, а? Какая красота, да? Браво, браво. Девчата, девчата. Да, лучше так. Аплодируем, аплодируем. О. Браво, браво! Праздничный дефиле нашего шоу! Русская песня! Спасибо! Русская песня! Русская песня и народная артистка России Надежда Бабкина! Народная артистка России Клара Новикова! Народный артист России Александр Розенбаум. Сосо Павлиашвили. Заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин. Регина Дубовицкая. Николай Лукинский. Геннадий Ветров. Елена Воробей. Сергей Дроботенко. Борис Моисеев. И премьер балет. Народный артист России Азиз Аскарян и его воспитанник. А теперь самые заводные.
музыкальные. Самые неожиданные. Самые эксцентричные. И самые-самые настоящие. Группа «Экс-Бубен». Спасибо! Спасибо нашим друзьям-артистам! Ура! Ура! На этом мы не остановимся! Спасибо концертному залу России! Ура! Мы вас любим! Спасибо нашей публике! Спасибо! Вы позволяете делать то, что мы любим! И любите то, что мы делаем! Спасибо! Спасибо! Особая благодарность культурному фонду «Артес»! Режиссер Любовь Причишникова. Браво! Художники Александр Архипов и Сергей Капничев. И особая благодарность человеку, который подвинул нас на этот подвиг. Президент культурного фонда «Артес» Александр Досман. Говорят, пустое говорят, веселого ни с пугом не возьмешь. И все шуты по-прежнему острят, и не боятся ярости вельмож. Бубенцы на колпаке, острый смех на языке. Пусть повесят, пусть помилуют потом. По-прежнему острят, и не боятся ярости вельмож. Бубенцы на колпаке, острый смех на языке. Пусть повесят, пусть помилуют потом. Мы шуты! Мы шуты!